Лол. Это просто жесть. Вы видели, что произошло? Она меня поймала прямо на границе ульты Ганеши, и поэтому я умер, потому что урон наноситься начал. Ого. Поставьте да лайк, пожалуйста. Так, я не знаю, как Фрей сейчас играется. Ничего не понятно. Я хочу вот так вот. Фрей бафали вроде. Да-да-да, вот сейчас и будем чекать, как ее бафнули. Hello. Сейчас посмотрим, ребят, как Фрей бафнули, что с ней сделали. Чего там на экранах? Все правильно там на экранах, нет? Я понял, они изи выбили красный. Маны просто, жесть как не хватает. И как теперь драться? Автоатач в мели? Да это же нереально. А, мили теперь бафает, резает ману, я понял. Я ж читал в патчноутах сам, алё. Да-да-да. Слушайте, так она может просто бесконечно на линии стоять. А именно под бафом автоатаки или вообще любая автоатака в мили мне ману выхиливает? Ёб твою мать, как быстро выхиливает. Да не, ее нерфить будут. Ну, то, что у нас гэп есть, это очень круто, да. Потребление маны какое-то безумное, если честно. Ой, бля. Спасибо, Викуль. Поставьте лайк, ребят, пожалуйста. Когда поднимаешь двойку, жми единицу, чтобы пол... А, ага. А, я понял, точно, точно. Типа от единички там массово это, да, будет?
Точно, точно, я вспомнил, как же. Ну, в смысле, вспомнил, в смысле, я видел, да, как играли. Я чуть не умер. Да, новая Фрей неплохая. Неплохая, да. Нужно было оставаться помогать парню. А он выжил сам, алё. Качай первую. Почему первую-то? Вот, да-да-да, я понял. Мне ману взять, чувак. Гэп неплохой, короче, у нас. Судя по ощущениям, пока что. В другой момент вывезу ли я на ней, типа, учитывая, что я не умею ее. Ну. Лол. Это просто жесть. Вы видели, что произошло? Она меня поймала прямо на границе ульты Ганеши, и поэтому я умер, потому что урон наноситься начал. Ого. Братан, не умри только, пожалуйста. Будем слушать музончик. Да. Да, спасибо, Влад, да. Но только после катки, помнишь, да? Да, ну ману, конечно, нехило жрет так. Эй, не лагай, братан. Поспамил. Да, сука. Она мгновенно включается, вот что мне неудобно, я понял. Все,
Сука, еще и попал в меня. Нормальный замес, нормальный. У пиксельный круче смех. Ну, может быть, да. Не знаю, насколько нужен мне именно этот сапог, учитывая, что такое потребление маны, лучше бы, наверное, было бы взять синий. Наверное. Хотя 250 маны, как бы, оно, наверное, как капля в море. Хорош, Геб, хорош. Да я тоже не люблю, я тоже никогда не умел. Ой, лол, Ганеша, молодец. Как же он засейвил-то своего пацана. Даблок хил. Ну давай, есть у тебя блинк или что-нибудь такое? Здорово, Алекс, здорово. Я случайно переключаюсь все время. Меня прям бесит это. Хорошо. Да выстрели, блядь! Меня бесит то, что он... Ай, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Кайф. Мне нравится, как наш Нижа играет.
Да норм-то норм. Меня в принципе бесит, когда ассасинов берут в ранке 3 на 3 именно. Ну, это он прям совсем хотел ебануть что-то. Double kill. Double fun. Прикол. Double kill. Double fun. Он же не Кали, говорит, так Кали бы, наверное, лучше зашла, чем он, нет? Сука. Я тоже ассасинов беру в 3 на 3, поэтому ты сидишь в бронзе. Сука, я бы его убил сейчас. Господи, он побежал и умер от Феникса. Зачем? Казалка проиграла, ладно. Да в ранкедах так же. Всеми скалами снял. Да вроде нет. Тюп-тюп. Тюп-тюп-тюп, ну надо бы проверить, кстати. Show that!
Ну, чувак. Фу, я как припотел сейчас, вы бы знали. Ну и вот, по поводу... по поводу ассасинов в ранкеде. Он 12 левела. Вот он 12 левел, вот на кой хер мне такой тиммейт, вот кто мне скажет. Какую-то херню из фрейс сделал лично меня, в самый разгар файтов мана кончается, пиздец, неудобно. Ну блин, на... типа, в этом вся и суть. Не-не-не, очень жесткая фрейс сейчас, очень. Очень жестко, ребят, нужно будет лайк поставить, на канал подписаться, видос попадет на YouTube в любом случае. Еще прикольно, очень новая фрейм, мне понравилась, очень крутая.